У кого-то Карпараты, а у меня Карпаты. Продолжаем наши посиделочки. Двигатель сегодня был полностью разобран, ну, в плане сцепления, и были куплены недостающие запчасти. Короче, была проведена еще дефектовка сцепления, потому что, смотрите, это называется корзина сцепления. Сюда внутрь одеваются вот такие вот, диски сцепления. Вот это новое, это старое. Короче, у них бывают такие проблемы, что они звенят. Двигатели звенят. Причины могут быть разными, но это не очень хорошо. И основная бывает причина, это потому что, ну вот. Просто шестеренка такая, это самый. Да я пойду, наверное. И отошла. Вот и пиздец. Здесь такого нет, здесь все держится хорошо, крепко. Здесь, так сказать, все good. Еще вот в чем была проблема. Это называется, ну, в простонародье столик сцепления. Иди на стол насыпь. На него сверху одеваются вот те самые эти диски, которые я показал. Здесь вот такие четыре ножки. И, как видите, одна из них сломана. И плюс они, ну, гуляют. На этой штуке такого нет. Здесь все присутствует, все нормально, и эти штучки не гуляют. Следовательно, сцепление само по себе тоже гулять не будет. Эта пластина одевается сверху на пружину и все это дело держит в натяге. Она вот ровненькая, хорошая. А та, которая была здесь, она вот такая кривая. Отчасти многие ее гнут, чтобы она типа не выскальзывала обратно, потому что она вот так вставляется в эти столики и проворачивается, защелкивается. Иногда она бывает от вращения, короче, ее выбивает. Ну, я поставлю, попробую эту. В принципе, я никогда ничего не выбивала. Некоторые вот так изощряются, ее отверткой хреначат, чтобы держалось типа лучше. Вот это, собственно, виновник того, что вообще зачем я сюда залез. Вон отсюда, блядь, гадость ебучая. Это вот такая лапка. На ней должен быть вот этот вот язычок. Вот здесь оно в сборе все хорошо идет. Эта лапка вставляется вот сюда, в отверстие, проходит сюда. А здесь сверху одевается язычок, он вот здесь. И когда нажимаете сцепление, получается, эта лапка проворачивается на неопределенный угол. Этот язычок тоже проворачивается и начинает толкать вот такой вот пятачок. Этот пятачок вжимается как раз-таки в наше сцепление. И тем самым у нас, собственно, сцепление разжимается, включается-выключается. И, собственно, когда я его слишком сильно натянул, у меня вот здесь вот эти шлицы, в которые вставляется этот язычок, они провернулись. И, собственно, все, он начал вот так болтаться, гулять, и сцепление не включалось. Сейчас я купил у того же дядьки, как бы это ни было странно звучало, у кого я купил этот мопед, у него хорошо были запчасти. И вот, собственно, вот одна из них. Здесь все хорошо крепится, держится. Ее нужно будет разобрать, засунуть, одеть, и, собственно, все будет хорошо. Плюс я еще поменяю вот сальничек, чтобы это масло у меня не вытекало. Ну и, в принципе, все. По мотору должно быть все. Собственно, сейчас буду собирать. Да, мопед. Вот, я мопед помыл. Он теперь более чистый. Осталось только его пройти, ну, там, тряпкой какой-нибудь, более такие вот засаленные места протереть, и, собственно, все будет хорошо. Ну, короче, все пошло как всегда. Дело в том, что новую вот эту вот корзину сцепления, которую я купил, она не подходит к маховику. То есть одеваем маховик, вставляем сцепление, а оно не подходит по зубцам. Оно туда вниз дальше не одевается, потому что вот эти вот наклон этих зубьев, он оказывается разный. Все-таки есть отличие между двигателями вот в таких вот мелочах. Которые я помню хорошо. В принципе, я договорился с мужиком, что я их верну, обменяю там на другую детальку, на цепь. Но, не знаю, посмотрим. Может быть, у него сюда есть маховик другой, под эти зубья. Может быть, можно просто махнуть маховик. И, собственно, ну, посмотрим, короче. Неприятный момент.